Товарищи, смотрите телевизионный спектакль, оперу Эдуарда Францевича Направника Дубровской из цикла «По страницам любимых опер». Либретто Модеста Чайковского по повести Пушкина. Действующие лица и исполнители. Андрей Дубровский, заслуженный артист республики, Георгий Дударев. Владимир, его сын, народный артист Советского Союза, Сергей Яковлевич Лемешев. Кирилл Петрович Троекуров, народный артист Советского Союза, Алексей Петрович Иванов. Маша, его дочь, Вера Кудрявцева. Князь Верейский, Павел Макеев. Исправник, Михаил Тюремнов. Заседатель, Владимир Попов. Дефорж, француз. Заслуженный артист республики, Николай Тимченко. Шабашкин, приказный. Роман Красноюрченко. Егоровна, няня. Анна Васильева. Архип, дворовый Дубровского. Евгений Корнеев. Гришка, дворовый Дубровского. Иван Зорин. Антон, дворовый Дубровского. Леонид Болдин. Таня, горничная Маши Троекуровой. Руслана Орешкина. Хор и оркестр музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Дирижер Петр Славинский. Хормейстер, заслуженный деятель искусств Александр Степанов. Режиссер Виталий Головин. Художник Владимир Вахромеев. Концертмейстер Евгения Корытова. Балетмейстер Людмила Юдина. Я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Очень он плох. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Слышно, отдают нас под начал Троекурову. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева. О здоровье папеньки. Очень он плох. Под начал Троекуров. Нянька Бузырева. Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце. В тот же день стал он хлопотать об отпуске, и через 3 дня был уже на большой дороге. От станции на Кистеневку кучер Антон повез Дубровского проселочными дорогами, и между ими завязался разговор. Ну, скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым? А Бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич. Барин, слышь, не поладил с Кириллом Петровичем, а тот и подал в суд. Хотя почасту он и сам себе судья. Так видно, этот Кирилл Петрович у вас делает, что хочет. И вестимо, парень. Ну. Через 10 минут ехал он на Барский двор. От радости нечаянно.
кажется. Я чай, Андрей Гаврилович, вам приедь бы надо, на вас лицает звонкой загремом. Нет, нет, мне не до отдыха теперь. Сначала надо многое сказать ему. Оставь нас, не тревожь, ступай. Знай, не болезнь меня сломила, мой сын, не старость. Ни года мне дух и тело истомило, людская злоба и вражда. Владимир, твой отец унижен. Вы, кто унизить вас посмел? Я имя знать его хотел, чтоб отмстить. Да, я обижен старейшим из моих друзей за то, что головы моей не гнут по воле самодуров. Кто ваш обидчик? Краекуров! Кирилл Петрович! Да! Он сам. Не верю я своим ушам. Поверить можно дружбе нашей придет. Старцев продолжая, осенний вечер, утро мая переродится. Сердце мир и любовь даст нашим. И друзей посмел смеяться надо мною и над чем? Над бедностью моей. Ничьей насмешки не стерплю, не дам шутить моею честью, и прав моих не уступлю. И Троекуров, мучась местью, затеял, кто подумать мог меня.
меня лишить того, что Бог от деда внукам завещая мне дал. Людей подкупных стая взялась отдела рассудить, поднять моих крестьян имение и прав наследственных лишить. Я изнемог, нет больше силы бороться с ними, и теперь, как слабый, затравленный зверь, я тебе я завещаю, моим врагам заклятым месть. Тебе омыть я поручаю мою опозоренную, поруганную честь. Казни насилие и злобу, найди к отмщению правый путь. Гробу и отобщенному засну. Отец, тебе я обещаю, я завещаю моим врагам заклятым мест, омыться сердцем я желаю, твою поруганную честь казнить насилие и злобу, найти к отмщению правый путь, знаем, видишь, парень спит.
Матушка, проснись! Нежданный гость тебе! Кто? Кто? О, парень, как сказать, не знаю! Суд, что ли? Говори скорее! Нет, матушка! Андрей! Здорово! Полно, ты не гневись, не из вражды, из дружбы я приехал. Послушай, наше дело решено. Суд присудил владеть и кистенёвкой. Здесь по закону всё моё теперь. Старый, правду говорил я, что я всесилен здесь, и что тебе со мной в борьбе тягаться не пристало. Я одолел, но утолив гнев мой, я не хочу воспользоваться правом, дарованным судом. Я дал урок. А зла тебе я вовсе не желаю. Я здесь теперь за тем, чтоб возвратить тебе твое. Я отвлекаюсь, слышишь? При всех здесь громко повторяю, я тебе назад все отдаю. Или огнов не слышишь, или прощенья мне просить. Изволь, я виноват, прости меня, Андрей, по-прежнему опять друзьями станем. Нет, нет, никогда! Вот ты как! Андрей, я вижу, ты еще наказан мало. Как выгоню тебя с двора долой, придешь ко мне просить, в ногах валяться. Вон, вон отсюда! Теперь мои холопы. Ладно, я уйду. Но ждите моей теперь расправы с вами через день. Прочь с дороги! Что здесь случилось, люди? Прикорой здесь был, испарина позорил, спорил. Суд присудил его, слышь, и стенёвку, и нас твоих людей. Что ж, батюшка? А батюшка, твой гнев распалится, и точно помер. Боже праведный, дай силы мне.
Похороны совершились на третий день. Приезд Троекурова и прием ему оказанный были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия. Что будет, то будет. А жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец! Нечего сказать! А кому же так не ему и быть у нас, господином? Напрасно Кирилла Петровича горячится! Больно спеть, Кирилла Петрович! Да. Суета! Сует! И Кириллу Петровичу отпоют вечную память. Да, понятно. Все, как ныне Андрею Гавриловичу. Разве похороны будут побогаче? Да гостей созовут побольше, а Богу не все ли равно? Чего орете вы, эти волки? Вам ведь приказано всем разойтись, а ты меня так и повтори приказ. Что ж, это я могу, Эльвис. Итак, я вам повторяю то, что уже сказал. Решение уездного суда Кисенёвка с её населением принадлежит отныне генералу-шефу Кириллу Петровичу Троекурову. Слышали, черти, коего особу представляет здесь господин Шабашкин? Коего особу представляет здесь господин Шабашкин? Поняли? Слушайтесь его во всем, что не прикажет. Опустит его бабы, любите и почитайте его. А он давал большой охотник. Ишь ты, что ты не... И вновь, а он давал большой охотник. Эх ты, полюби меня, котёша, я не брат, я держи ту самую лучшую страну, я не брат, полюби меня, Молчать и петь.
опомнитесь, остановитесь, стойте, братцы, что вы? Даже на меня поднимите вы руки. Нет, парень, за тебя таких высоких рот. И верим, когда покой не Богу, и помоги. Послушайте тогда, ступайте по дворам. Вы губите себя, меня все наше дело. Поверьте мне, что я обидеть вас не дам. Для наказания им время не приспело.
страшною мукой. Взгляни, как обижен людьми я, и снова меня убаюкай.
Вышли ли мы проведать перед дома? Зачем же топоры? Как быть без топоров? Прекрасные озорники. Кто ты? Архив, я кусец. Зачем же вы не спите? Где тут спать? Поспали нам. Вы пьяны. Пьяны? Нет, свидетель Бог, что ни единой капли не выпили. Да вино ли тут, когда подьячьи владеют нами? Из дома гонит прочь господ природных. Бесчинствуют, позорят и галдят они. Где утром гроб стоял? О, Боже, слуги все возмущены, а я, сын, колеблюсь и боюсь. Как видно, Бог судил. Их разум и концы бы в воду. Нет, жизнь людей убить я не позволю. Но если вы помочь отпустить хотите, послушайтесь меня. Мы для тебя готовы все идти по горним воду. Где Егоровна в своей светелке? Ходи, приведи ее сюда. Да приведи из дома всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не осталось. А ты давай сюда соломы или сена, и под крыльцо кладите. Тише, тише, ни слова здесь, чтоб их не разбудить. А для приказных двери отомкни. Как бы не так, я крепче их замкну. Молчи, ну, братцы, все ли здесь? Все, парень, все! И двери в отверг для приказных! Отверг! Огня давай! Ахти, ахти, подгонки! Что за кинули? Шерем, шерем! Теперь мой дом ты лез! До поля, земля, постель мне, небо в облаков. Прощай, смирение, здравствуй, воля, я прижимился от оков. Прощай, смирение, здравствуй, воля, отрежился я. Прощайте, братцы, теперь туда, куда судьба ведет. Отец, ты наш клян с тобой, он не оставит клян. Помогите, помогите. Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью
и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса. Имя Дубровского было во всех устах. Удивлялись одному. Поместье Троекурова были пощажены. Разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. Thank you.
Святая, да это барышня сама, Трипуровская дочь. Простите, мать, я знала, что я вас этим огорчу, Таня, ведь его страдания упрек, тяжелый вечно нам. Настал врагам час наказания, ты скажешь нашим молодцам, пусть соберутся недалече. Свистну, коли что, ступай. О, если б с ним я повстречалась, и, Соня, я б не испугалась. Нет, я сказала бы ему, как брату, как другу моему, своего я душу жалею. Для меня он не злей, а это злобы людей. Злой, в этой жизни секрет отца. Готовым быть. За это молодец. У них потеха своя там завелась. Какой-то немец попался им, смешной такой. Зови их всех сюда. Yeah.
Объясниться. Ребята, слушайте, я вас прошу не в службу мне, а в дружбу. Проводить его, не обижая вон из леса. Он мне услугу оказал большую. При том же сирота он, как и мы, и жалости достоин. Он учитель и ехал к Троекурову служить, но я его избавил, он вернется на родину. Я денег дал ему, и кто посмеет их отнять, тот мне смертельный не друг. Спасибо вам. Я покидаю, братцы, вас на время. Со мной пойдет Архип. Антон, пока меня не будет, атаманом станешь ты. Прощайте, братцы, коли нужно мне будет, я вас позову. Прощайте, прощайте. И помните, не обижать француза. Прощай, наш батюшка, прощай, братья. Ну, ступайте же, адье, месье де Форж, адье, адье, мон бьемфете. Вот они, за это целой жизни не жалят нас. Иду скорей туда, где ныне мое блаженство, рай и счастье, к моей красе, к моей святыне, моих мечтаний. Владев бумагами француза, смело явился к Троекурову. Подойди сюда, Маша. Да, папа? Скажи ты этому мусье, что так и быть, принимаю его. Только с тем, чтобы он у меня за моими девушками не осмелился волочиться. Папа. Не то я его собачьего сына. Папа. Mon père compte sur votre modestie. Et votre bonne conduite. Вот-вот. J'espère mériter votre respect, si même vous me refusez vos faveurs. Oh, de grâce. Прошло около месяца, и никто не подозревал,
что в скромном молодом французе таился грозный разбойник. Музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Она скучала без Дефоржа. Его присутствие поминутно занималось им. Обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Какой?
маршрута. Князь пришел проститься. Но услыхав ваш голос и чудные ваши пенья, я б хотел переменить мое решение. А это кто? Француз, учитель Саши, и мастер, скажу вам, не то что наши. Я им похвастаться могу, да, повезло мне с гувернёром, хоть правда дорого плачу, но деньги я считаю спором, когда на дело тратишь их, умён и сведений больших, ну, словом, парень на все руки и молодец. Вчера от скуки с ним пошутить я захотел, и в комнату одну с медведем слугам толкнуть его велел. Ага, что? Не раз соседям я учинял такой сюрприз, но он не так взглянул на это, только что двери заперлись и посмеяться мне не дал. В один момент из пистолета убил медведя на повал. Да, молодец, что доказал. А сам он дрогнул, испугался. Чуть, да правда, хоть француз, а надобно сказать, не трус. Никто душою благородной не даст тебе жизни, как унижение пуст свободный, тебя умеет защитить. Подвиг хорошо стрелять. Уже не в роли ли супруга любезный хочешь ты предстать? Спой, Маша, князю на прощанье, вот с ним какой-нибудь дуэт. Но князь не выражал желания. При вас во мне желания нет. Я раз велений властелин. Я жрец, а вы моя богиня.
слушать не люблю я этой музыки печали. Вы в старину не то певали, а я вас на слове ловлю. Князь, пойте что-нибудь нам сами. Нет, поздно, поздно, мне пора, ведь ехать надо в ноги сами. Там есть опасная гора. А вы боитесь? Нет, нисколько. Дубровской, говорят, исчез. Ну, попадись мне, княже, только. Кому приятен ночью лес, я не пущу вас в эту пору без провожатых и людей. Скажи-ка, Маша, гувернеру, чтоб подавали лошадей. Мне смех приказывать. Слушай, Машенька, мне надо тебе про новость сообщить. Ты будешь ей, надеюсь, очень рада. Сегодня князь не сделал честь просить твоей руки. Молчи пока, знай, я согласен. Конечно, сразу ты должна быть глубоко поражена, но вдумавшись поймешь, что этот брак прекрасен. Князь, правда, староват, зато умен, богат, любезен, мил и образован. Тому ж тобой-то нельзя очарован, и будет чудный нежный муж. Ну что же ты не отвечаешь? А впрочем, ты отлично знаешь, что возражений не потерплю я. О, папенька, его я не люблю. Эвзор какой не любишь ныне, полюбишь, сделавшись княгиней. Нет, папенька, нет никогда. О, нет, его не полюблю я. Подумайте, я молода, уже и совестью борю я, супругу злобою горя, я должна полагать упоря. На что мне знатность и почет, не признаю власть богатства я, меня могущество гнета. На что мне роскошь, счастья нет в ней, князь ненавистен всегда мне будет, ты как невесте и жене. Пустые девичьи припевы, слыхали их мы сотни раз, пока не вышли замуж мы все. Отцовской корите нас. Довольно, я сказал, пусть так и будет. Оставь меня и дай уйти. Я не пущу вас ни на что готова. Стойте! Ты смеешь грожать? Да, смею, знаете же. Жену князь я не буду. Я верно мой позову. А я из дома убегу. Мой
Князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирилл Петрович принимал поздравления. Свадьба готовилась.
редкий гость, наш капитан исправный. Добро пожаловать! Откуда ты? Из города по делу. Ну, брат, это не кстати нам. У нас сегодня пир. Дела теперь не в пору. Ты лучше с нами выпей за здравие нареченных. Позабудь дела. Забыть я рад, о, в том беда, что если с вами забуду, боюсь, что будет худо мне вместе с вами, господа. Уж не Дубровский ли опять? Да, слышно, он не за горами, а может быть, и между вами, и своль весело гулять. Дубровский здесь, и Брюшутник, я вижу. Дубровский, слышите ли вы? Дубровский здесь, ха-ха-ха-ха. Опять Дубровский, что такое? Где Дубровский снова появился? Где? Кого? Скажите! Для Тореза! Где? Когда? От страсти! Где Дубровский? Здоровье нареченных! Ха-ха-ха-ха! Вот наш шутник, опять нас запугать! Здоровье нареченных! Ха-ха-ха-ха! Теперь ты вместе с женихом веди гостей под звуки полонеза вдвоем. Простите, батюшка, моя не сила с гостями быть не дура. Бурно, вздор, пустые отговорки. Я прошу вас. Веди гостей, чтоб глупости ты гордонишь. Постой, Кирилл Петрович, ты забыл, не ты один. Здесь так же я решаю. Надеюсь мне, позволь, как ныне, быть на веки храмом твоих Спасайтесь, барин, через час мы будем окружены. Исправник знает все, бежим сию минуту. Нет, не могу, я должен видеть Машу. Зови ребят к деревне на защиту. Бежим, пока есть время. Нет, сказал я. Мы погибли. Когда зовешь ребят, дай знать, ступай. Смотри,
несчастный человек, судьбой гонимый и людьми, бездомный сирота. Я Дубровский. Повстречалась, я бы его не испугалась. Нет, я сказала бы ему, как брату, как другу ему, что всей душой его жалею, что для меня он не злодей, что жизни моей ценою я грех отца быть хочу. Каждый день молю, портая, чтоб помогла мне пресвятая его от гибели ада отвратить. Я принесла ему прощенье, за кровь и правду эти веления, и тону Oh!
ты любишь? Да, люблю. Мой светлый ангел. Меня ты любишь? Да, люблю. Не будешь ты женою князя никогда. Возьми это кольцо, если нужно будет прибегнуть ко мне, принеси его сюда, и опусти в дупло этого дуба, я буду знать, что делать. Прости. Thank you.
твой навеки, Маша. Как страшная пришла разлука, прощай. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Все ушли, не разграбив ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны.
собраны были сведения, что Дубровского между разбойниками не было. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.